В каждом мясе у нас должно быть стоять клеймо, потому что мясо прошло ветеринарное заключение. Ни документов, ни толковых прилавков. Вместо витрины – грязные доски. Все, что не уместилось на них, валяется на земле. Там жители алкашом стали. Давайте забирайте. Чего меня пугаете? Ну и все, он сейчас подъедет. Где документы? Лаборатория, где данное мясо сначала должны взять и проверить. Но здесь такой лаборатории мы имеем нет. То есть это не санкционированная торговля. То есть люди неизвестно, где покупают и берут это мясо. Сальмонеллез, дифтерия, глисты. Милиция предупреждает. Мясо, что подешевле, может выйти боком. На лекарства потом денег не хватит.